Всем привет-привет, ребята! Вы на канале Мульт. И сегодня у нас герой нашего видео Том. И сегодня мы бежим. Том у нас бежит, Том король. Том у нас бежит обычный. И Том шериф. Отлично. Интересно, ребята, кто же победит? Давайте будем делать ставки. Мне очень-очень-очень интересно. Так, ну что там? Ого, ничего себе. Обычно Том у нас решил заглянуть в гости к... Ну, вернее, на остров Вулкан. Ой, обычному Тому сегодня везет. Посмотрите, а шерифу что-то не очень. Ну и Тому королю тоже не очень везет, потому что он в очень сложном уровне. Так, Том. Ой, все Томы как-то даже интересно. Отличненько. Том шериф и Том король. У них есть магнитик, и сейчас они заработают больше денег, но... Вау, ребята, посмотрите на итоговые цифры. Том обычный побеждает всех. И ему опять достался самолет. Так, интересно, кто же у нас сегодня победит? И я предполагаю, что победит обычный Том. Ну почему, ребята, угадайте? Ну потому что ему достаются самолеты, и в итоге он отдыхает, пока летит. О, король отправился на остров вулканов. О-оу. Нет, не на остров вулканов. Похоже, он решил поворотиться. Ну, а Том шериф у нас в гостях у Анжелы. Томы, вы просто молодцы. Ну, пока никто не проигрывает, ребят. Ух ты, у шерифа удвоение. О, отлично, он сейчас догонит, похоже, обычного Тома. Обычный Том в логове енота. Ничего себе, сейчас он заработает звездочку, ребята. Так, все внимание на обычного Тома. И сейчас он уже догонит енотика. И енот даст ему много-много-много золота. Ребят, все начали одинаково. Ну и, в общем, это что было? Обычный Том проиграл, что ли? Ну все, так неинтересно, я за тебя болела. Ну ладно, мы спасли обычного Тома. Ну, я думаю, это не считается, потому что... Вау, он бьет енота! Теперь будем смотреть, кто победит. Мы, конечно же, даем Тому возможность продолжить гонку. Но будем смотреть, кто у нас сейчас победит. Ух ты, Тому шерифу досталось немножко золота. И он уже впереди. А нет, по баллам у нас король лидирует. Ребята, посмотрите. О, ничего себе, вот это поворот событий. Так, давайте теперь будем болеть либо за шерифа, либо за короля. Ребят, пишите в комментариях. Я болею за... Я болею за шерифа. Да, мне нравится его костюмчик. У короля как-то не очень нравится костюмчик. Мне больше нравится у шерифа. Нет, кончали он не пойдет, похоже. Так. Ну, пока они бегут. Нормально. А у Тома короля и каска даже золотая. Ничего себе. Ну, похоже, он впереди, ребят. Том король, его будет сложно догнать. Но только если он где-нибудь не затормозит. Ну или Тому шерифу может попасться какое-нибудь, например, удвоение. И он его догонит. Ну, обычно Том уже совсем неинтересно. Он уже отстал от всех. О, ничего себе, ему везет. Ему опять достался самолет, ребята. И он уже догоняет. Ну да, конечно, с самолетом-то легко догнать. Пожалуйста, пожалуйста, енотик, дай шерифу, пожалуйста, самолет. Я болею за него.
Так, кто у нас впереди, ребята? У нас впереди опять король. Все еще лидирует король. Том Шрифт что-то мало золота собирает. Он где-то там внизу бегает, бегает. И вообще практически золото не собирает. Ничего себе! И обычный Том его обогнал, ему опять достался самолет. Ну что за несправедливость такая? Почему обычному Тому попадаются одни самолеты? Но, к сожалению, он один раз пропал. Нам пришлось его спасти, ребят. И поэтому его победа уже, наверное, не засчитается. Ну, напишите в комментариях, засчитаем мы ему победу или не засчитаем все-таки. Хотя у нас пока по очкам лидирует Том Король. И шериф у нас в пустыне. Ну, пустыня мне нравится. Ой, что-то у меня уже в глазах моргает от этих трех картинок. Король получил шишку. Будь осторожнее. Ничего себе, у него уже миллион. А шериф еще даже до миллиона не добрался. Это очень-очень плохо. Так, куда мы? О, мой любимый уровень. Пустыня. Ой, король пропал. Ребята, похоже, победит сегодня шериф. Я была права. Ребят, не расстраивайтесь, кто болел за короля Тома. Но сегодня уже победил шериф. Похоже, у нас обычный Том уже по очкам обогнал шерифа. Да уж, ребят, но мне нужно ваше мнение, кому мы засчитаем победу. Если... Все-таки Том обычно у нас в игре, или все-таки мы ему не прощаем то, что он один разочек пропал. Вот так. О, остров вулканов у шерифа. Так, ну давай же, у тебя удвоение. Давай скорее, двойные сливки, собирай. Я за тебя болею, пожалуйста, догони обычного Тома. Ты же супер шериф. Магнит, нам нужен магнит. Ай. Ребята, нам приходится рисковать, чтобы победить. Но обычно Том все равно впереди. Вау, какая классная каска у Тома шерифа. Прям шерифская каска. Ой-ой-ой. А кто это там синячок получил, обычный Том? Он замешкался, но у него все равно больше. Ну, а Том Король там стоит и развлекается. Жвачки надул. Ну, конечно, он проиграл. Что же ему еще делать? Ой, он опять проиграл. Ребята, все, выиграет Том Шериф. Ура, ребята. Сейчас посмотрим, сколько он пробежит. Сколько он заработает денег. Ну все, Том Король и обычный Том, сидите теперь. Ой, вот эта скорость. Ничего себе. О, смотрите, Том уже добежал до 2 384 000. Ничего себе. Ой, скорость, кажется, увеличилась. О, супер. Турбо на самолете, ребята. Он все не пропадает и не пропадает. Сегодня шериф у нас супер шериф просто. Да когда же ты уже пропадешь-то? О, ничего себе. Сейчас Том Король и обычный Том, они просто устанут тебя ждать. Ну, это очень классно. Ребят, мы его ни разу не спасали. И он все бежит и бежит и бежит. Кто-то там веселится, а кто-то работает. Ну вот, и обычный Том пропал, ребят. Ну что, с абсолютным рекордом просто победил обычный... Ой, Том Шериф, ребят, я думаю, вам понравилось видео. Это очень классный челлендж был между тремя Томами. Ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребята, не пропустите новые серии.